В субботу в Синемяе прошел слет ветеранов-легионеров эстонской 20-й дивизии на холме гренадеров, а также был проведен митинг памяти жертв нацизма движением «Ночной дозор» на другой стороне шоссе в лощине между холмами Торнемяе и Пыльгу-Аугу. 31 июля в Синемяе был проведен слет легионеров, которые в годы Второй мировой войны сражались на немецкой стороне. В боях за Нарву летом-зимой 1944 года потери противоборствующих сил составили около 200 тысяч человек. Сбор ветеранов в конце июля в Синемяе является уже традиционным и проводится законом с 1994 года. Он посвящен памяти павших в боях. Организатором собрания является Союз борцов за свободу Эстонии, в который входят ветераны 20-й эстонской дивизии и общество друзей эстонского легиона. По оценкам полиции, на мероприятии собралось около 400-500 человек. Разрешение на проведение митинга памяти жертв нацизма активист ночного дозора Дмитрий Линтер получил от местных властей, властной управы Вайвара. По словам пресс-секретаря Идыска префектуры полиции Елены Филипповой, у ночного дозора было разрешение на проведение своего мероприятия до 13 часов. Они завершили его уже к полудню. В мероприятии приняли участие примерно 100-130 человек. Также слет ветеранов завершился ко второй половине дня. Оба мероприятия не мешали друг другу и прошли спокойно. Организаторы митинга вывесили фотографии, которые свидетельствовали преступлениям нацистов в годы Второй мировой войны. Митингующие одели полосатые шапочки и куртки, которые символизировали заключенных концлагерей. Участники митинга протеста пояснили, что в годы войны недалеко от Синемяе располагалась вайварская сеть фашистских концлагерей от Нарвы до Кахлоярви. Через фабрики смерти прошло 20 тысяч узников из еврейских гетто европейских стран. Согласно заявлению движения «Мир без нацизма», которое зачитал руководитель ночного дозора Дмитрий Линтер, слет ветеранов 31 июля в Синемяе назван мероприятием противоказационным и оскорбляющим память жертв нацизма. Выражено удивление отсутствием реакции властей Эстонии на этот слет. Участие в этом мероприятии большого количества молодежи расценено как попытка внедрить идеологию нацизма в молодежную среду. После митинга активисты ночного дозора, а также представители международной организации «Мир без нацизма», ветераны Великой Отечественной войны, представители организации «Вместе», обществ блокадного Ленинграда и узников нацистских лагерей прошли к Синемяйскому мемориалу и возложили венки и цветы на братской могиле советских воинов. Там похоронено более 10 тысяч бойцов. Венки и цветы также были возложены в Вайвара у камня в память о жертвах концлагерей.